Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Зомби Бастер. Ну что же, мы с вами в аэропорту, да? Люди, которые пытались в спешке, короче, покинуть город, застряли здесь и обратились в зомби. Не дайте вспышке вируса распространиться по всему миру. Окей, попробуем, ребята. Стадия 8. Так, этажей 3, волн 3. И награда 5800. Оу, первая зачистка уже дают нам 2 медальки. Слушай, вот это классно. 3 этажа у нас всего. Ох ты, огнебой. Поджигание зомби — его специальность. Постепенно снижает ОЗ зомби. Хотелось бы посмотреть радиус его огнемета. Ну что, стартуем? Ух ты, а вот это, походу, дело линия ускорения, мне кажется. Так, давай посмотрим, зомби идут наверху. Так, это кто у нас, что за зомби? Грузчик. Они являются причиной порчи вашего багажа? Какого багажа? О чем вы, родные? Ну, проверим. Ну, ребят, ватненькие они, ватненькие. Давай мы, наверное, шипы вот сюда поставим. Да, я думаю, лишними они тут точно не будут. Еще и взрывчатку до полной кучи. Вот так вот. Ну что, у нас того... Ох ты, энергии хватает. Я могу... Так, огнебой, ну он дорого стоит. Очень дорого. Грузчики тоже мне тут, нашлись. Я хочу сейчас взять огнебоя и посмотреть. Ух ты, а это кто такой? Новый зомби. Грузчик бронированный. Они являются причиной порчи вашего багажа. То есть тот же самый грузчик, но только с броней. Давай. Упс, а я не могу, друзья мои. Что же нам нужно сделать? Так, тут еще и эти халабуды идут. Ну-ка, поставим сюда шипы. Нам нужно поставить... Блин, купить вначале нужно этот этаж. После этого поставить бронебойщика. Давай замедляшку сделаем по времени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, блин. Неужели пройдут? Пройдут, по ходу дела, друзья, они пройдут. Ну, взорвутся, надеюсь, хотя бы на этой мини-то. Все, желательно, чтобы все. Так, этого мы с собой уничтожили, а вот... Блин. Есть. Да, но мы потеряли с тобой мину. Ладно, это не критично. Я хотел проверить огнебоя. 175 энергии стоит. Недешево, согласись. Совсем недешево. Так, с этим парнем нужно... Ох ты. Блин, я, по-моему, никак не накоплю до огнебоя. Так, ладно. С этим, я думаю, разберутся, да? Мой пушкарь с ним, наверное... А вот с толстяком что делать? Толстяка можем еще, наверное... Ай-яй-яй. Не вовремя немножко я поставил. Сейчас я все-таки попробую накопить на огнебой и его проверить в деле. Этого ушатаем, надеюсь. Да, должны ушатать. Огнебой, давай проверим. О, вот как он, смотри. Да ты издеваешься, что ли, огнебой? Ну, серьезно. Что это? Что это за урон? Он не прокачанный, не забывай об этом. Хотя, смотри... Он поджигает, и они горят. Слушай, есть в этом смысл тогда? Тогда, конечно же, в этом смысл есть. Давай посмотрим, сколько мы... Видел? Одну единичку всего урона нанесли. Так что я был прав по поводу того, что он получает минимальный урон, когда в броне. Последняя волна. Отлично, отлично. Сейчас мы с тобой отобьем, надеюсь, ее. О-о-о, побежали, побежали со всех щелей. Слушай, ну огонь, смотри, по четверочке отнимает каждую миллисекунду. И это круто. Но то, что он один, это плохо. Поэтому давай поставим подмогу ему. Так, замедляху. Сюда мы влепим с тобой еще шипы. Ой-ой-ой-ой, что-то они тут быстро бегут. Да, восьмой уровень, и уже такая сложнота идет. Давай-давай-давай, разбираемся с этим. Так, взрывчатку, может быть, установить сюда. О-о-о. Так, ну есть у нас, по крайней мере, здесь с тобой мина. Если что, она, надеюсь, нас прикроет. Давай вот так вот, наверное, еще поставим. Да должны справиться, в конце-то концов. Вот, конечно, внизу надо нам кого-то еще поставить, мне кажется. Давай шипы вот так вот поставим, да? Да ладно, неужели пройдут? Неужели пройдут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, блин. Не светит нам генерала. Не получить. Да добей ты его. Нет, все-таки, ребята, 14 хп.
генерала мы с тобой не получим, да? Или получим, посмотрим сейчас. Так, неплохо. Лейтенант. То есть надо будет потом переиграть этот уровень. Я на лейтенанта не подписывался. Я хочу, чтобы все было как вот здесь у нас, да? Так, генерал. Ладно, все. Давай теперь займемся гаджетами. Я, наверное, все-таки накоплю на ловушку с шипами. А по ресурсам у нас что? Два значка. Давай, наверное, ускорение. Тут вот оно как. То есть медалик тоже нужно побольше. Все, я понял. Я понял. Так, бонус за отставку. Понятно. Так, и давай. Где наши значки? Вот они. Так. Можно попробовать улучшить их. Слушай, а сколько это будет стоить? Вот это вот объединить. Ну ладно, сделаем. 4-го уровня. Это первый значок у меня 4-го уровня, друзья. Первый значок. Так, отряд. Где огнебой? Вот, он стоит у нас дорого, поэтому сюда как раз надо поставить этот значок. Вот так вот. Снижение времени. А, это на откат. Это на откат. Также мы поставим ему выстрел и снижение цены. Вот так вот. Ну и придется, наверное, еще вот так вот сделать. Раз, два. У нас с тобой... Ну, вот так еще сделаем. Остальные, по-моему, да, все запичканные. Надо будет как-нибудь все это снять и прокачать до 3-4 уровня, да, наши вот эти значки. Потому что ты сам видишь, что тут больно сложно уже становится, и как-то мы не справляемся. Ну, а у нас с тобой стадия 9-я. 3 этажа, 3 волны и первая зачистка. Временно не дает зомби идти вперед. Ух ты, новый гаджет у нас появляется, ребята. Если нам его взять, то вместо, наверное, вот замедляшки. Потому что машина времени, ну, хоть 2-го уровня, но на долю секунды эти, конечно. Лучше, чтобы задерживать нам зомбарей. Старт. Так, я жду. Вот он, появился первый зомби. Бронированный, да, как всегда? Да, этот зомби у нас бронированный. Давай, бомби его. Так, и сразу же мы, наверное, с тобой поставим бронебойного чувачка, чтобы снимать броню с них. Особенно вот с этих, они у нас постоянно в броне идут. То есть это как бы зомби-киборги на самом деле. А может быть, зомби-скелеты, но почему-то они в броне. Покупаем с тобой этаж, чтобы могли спокойненько здесь выставлять. Ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай наверх, ребят, наверх. И хотелось бы проверить, как вот эта штука работает. И как долго. Ну-ка. Слушай, ну... Как тебе сказать? Не так долго, но все-таки сдерживает маленько. Блин, вот на этой фигне они, конечно, очень быстро идут. Так, у нас есть шипы. Я думаю, наверное, вот сюда и с тобой поставим. Это у нас бронированный зомби. В принципе, ерунда все. Так, поджигатель, что ли, взять? В принципе, вот в этой команде поджигатель был бы очень даже неплох. Да? Но у нас есть еще этажи, которые нужно тоже, ребята, как говорится, заставлять. Давай. Нет, взрывчатка против бронированных — это полная ерунда, на самом деле. Полная ерунда. Так, тихо, зомби, куда-то разогнался. Ты смотри, как бежит, а? Прям чешет. Прям чешет, сломя голову. Так, забиваем и перемещаемся на 2-й этаж. Потому что здесь, вон, идут архаровцы. А, здесь-то у нас... А здесь-то у нас, смотри, как все плохо. Один бронебойник стоит, а он, ну, грубо говоря, не справляется. Ой-ой-ой, я не успею, наверное, да? Скорее всего, хотя шипы, может быть, нам как-то помогут. Не уверен в этом, но... Попробуем. Ну давай. Эх, все-таки придется нам потратить с тобой мину. Черт бы ее побрал, а? Последняя волна. Ну ладно, давай ждем последнюю волну. Поставим вот так вот с тобой подрывника. А этих будем с тобой вот так вот
бомбить. Слава богу, здесь пока шипы у нас есть, что помогает. Я еще вот так вот сделаю. Стоп, ребята, давай наверх, наверх, наверх. С этими разберемся, а внизу уже чуть попозже. Надо вот этих ушатать. Внизу вроде бы все под контролем у нас. Так, сейчас у нас будет с тобой достаточно денег. Я, наверное, поставлю вот сюда кого? Подрывника? Как вариант, можно подрывника поставить. Почему я называю подрывник? Это же у нас артиллерист. Ну, не знаю, ребята. Так, подожди. Давай, 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 давай. Щит, все, все надо активировать здесь. Блин, шипы поставим. Вот, кстати, шипы с замедлях вообще идеально, да? Да, ребят. Так, а вот здесь-то у нас что? Неужели проскочат? Скорее всего, проскочат. Ай, как же не хотелось этого, друзья, но... Но они пройдут. И опять мы с тобой получим лейтенанта. Нет, надо действительно... Ну, добейте! Не успели. Не успели. Лейтенант меня не устраивает. Так, зомби-бастер. Достижение я получил. Не устраивает меня такой расклад, вот поверь мне. Все, буду сейчас, наверное, прокачивать значки. Потому что, ну, это не дело. Это меня не устраивает. Так, шипы. Прокачиваю до 4 уровня. Так, мы что-то здесь с тобой... Ага, 2500 еще на карман получаем. Это уже мне нравится. Это мне уже нравится. Так, ресурсы. У нас с тобой... Ага, 2. Два значка. Так, народная любовь повышает количество начальной энергии. Повышает урон и скорость бойцов. Давай. И, наверное, очков здоровья. Перезарядку гаджетов, да, снижает. А здесь перезарядку мины. Снижает время перемещения лифта. А, это мы можем быстрее между этажами с тобой. Так, повышает количество производимой энергии. Вот так еще с тобой сделаем. Ну что, друзья, я думаю, вы не будете против, если я перепройду этот уровень. А, тихо, подожди, перепройду уровень. Куда я разогнался? Мне же нужно значки, я же хотел. Вот это вот все надо снимать. Первого уровня это уже не котируется, согласись. Поэтому надо это все объединять. У нас с тобой не так много денег, если честно, чтобы тут все это объединять. Плохо, плохо. Давай, отряд, возьмем с тобой. С кого я только что все это поснимал? С тебя, что ли, родной мой? Давай-ка мы, наверное, кое-что поменяем. Во-первых, снижение времени. Вот. Скорость, потому что ты очень медленно стреляешь. И, наверное, мы уберем, а поставим урон. Вот так. И здесь тоже поставим 3 уровня. Так, ну вроде бы пока идеально. Здесь у нас, ага, здесь тоже можем поставить. Давай-ка. Снижение цены, но это не актуально, если честно, уже. Убираем это все. Поставим на урон. На урон и... Ну, тогда еще на один урон, еще. Правда, от него урона, честно говоря, как от козла молока. Так, что у нас здесь? Леди Баг. Вот это, наверное, уберем. Так, сменить. Надо ставить уже действительно прокачанные фишки. Вот это вот, ну, фигня полная. Так, снижение цены я уберу. Я все-таки поставлю, наверное, на скорость. И, ну, вот этот вот, наверное, самый крутой, огнебой. Но то, что, конечно, у него тут стоит, не очень нам хорошо помогает. Так, что здесь? Ага, не хватает одного значка, да? Какого? Ну, давай вот это вот, снижение времени. Все, ребята, попробуем перепройти с тобой стадию 8-ю. На генерала. Так, я оставляю все как есть. Поехали. Сразу покупаем этаж. Так, это у нас обычные зомби, да, идут? Да, это у нас обычные, поэтому начнем по-быренькому с тобой разбираться. С этими аглоедами. Шипы, смотри, как уже наносит урон колоссально, а? Мне нравится. Энергия, вижу, быстрее идет у нас накопление, да? Так. Кого нам нужно взять с тобой?
Блин, почему так дорого стоит этот огнебой, а? Очень дорого. Так, у нас, по-моему, где-то будут... Ага, вот они. Подожди-ка, нам нужно сюда с тобой ставить вот этого агента. Потому что это бронявые чуваки. Ну и сразу же, конечно, желательно поставить нам артиллериста. Потому что, ну, ты видишь, да, агент только хорошо снимает броню, а основной дамаг он не наносит вообще. Давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Под щитом, конечно, очень классно шипы работают. Это еще одна наша будет тактика с тобой. Секретная. Ну вот, совсем другое дело. Давайте, олухи, где вы там? Ныкайтесь. Так, это обычный зомби. Грузчик, даже без брони. Ушатали. Так, это у нас только лишь вторая волна с тобой идет, да? Ну куда ты, роднуля, бежишь? Давай, наверное, шипы с тобой сюда поставим. Чешет, 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 сломя голову. Бамс, не добежала. Так, амбалы. Амбалы эти идут, да? Слушай, давай, наверное, мы с тобой поставим Леди Баг. Пускай она уже замедляет их. А? Твою же налево, что-то не справляемся. Но должны, по идее, бомбануть мы их. Бух. Так, тут... А, тут агента нету. Тут, друзья мои, нету агента. Но шипы, слава богу, снимают неплохо, да? Даже бронявых. Так, тихо, 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 родные. Куда вы забрались-то? Чуть было вспышку не продинамил. Так, тут броню практически сняли. Этого добили. И сейчас, кстати, пойдет последняя волна уже. Третья. Давай, наверное, сюда вот так поставим спецназовца. Так, шипы везде есть. Вроде бы все хорошо. Давай, наверное, с тобой еще поставим сюда шипики. На всякий случай. И надо нам кого-то поставить к спецназовцу. Да? Кого? Агента? Наверное, агента, скорее всего, надо влепить. Так, они достали вот на своем ускорении. Так, ну-ка. Бух. Так, подожди-ка, агента я влеплю. А что этот такой жесткий, а? Давай, 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 уничтожаем шипы эту, защиту. Щит, точнее, блокирующий ставим. Ой-ой-ой, что-то вот здесь мне не нравится. Хотя нет, все хорошо. Все, ребята, под контролем. Это последние зомби, и мы с ними справляемся. Отлично, вот это вот, как говорится, по мне. Мы с тобой зарабатываем генерала. Тактик 1, я получил достижение. И слушай, самое удивительное, что деньги нам дали. И значки. Вот, вот это по мне, вот это я понимаю. Так, миссия, мы что-то с тобой выполнили. Я еще 5000 голды получаю. Вот это круто. На самом деле, гаджеты. Так, 13000. 13000. Давай, блин, 8 секунд. Слушай, 8 секунд длительность. То есть он даже не получает урона. Понимаешь, он стоит, этот щит, и они не могут пройти. Ой, зачем, зачем, не надо, не надо, подожди. Я хотел вот здесь вот пройти, но вначале мы займемся значками. Мы с тобой займемся значками. Да, это я хочу убрать. У нас денег хватает? Хватает. Слушай, подожди, я не хочу вот это прокачивать. Мне лучше прокачать, наверное, вот эти вот штуки. Объединить, да. 3000 тратишь, но... И вот, вот это вот надо, ребят. Конечно же, тоже объединяем. Вот. Второго уровня, я тоже думаю, есть смысл объединить. Хватит денег? Все, ребят, больше у нас с тобой финансов вряд ли хватит. Теперь остается только лишь обратно все это воткнуть. Наш спецназовец, да, получает скорость стрельбы. Окей. Здесь мы с тобой что сделаем? Ну, скорость не особо здесь важна для него, поэтому, ну, поставим с тобой, наверное, выстрел. Урон, да? Так, вот, вот здесь вот надо что-нибудь посерьезнее влепить. Что у нас посерьезнее доступно? Давай поставим на урон. Так уж и быть. Леди Баг, тебе мы, наверное, влепим снижение цены. Лучше, конечно, всего снижение цены, мне кажется, ставить на огнебоя. Уж больно он дорого стоит, ну согласись. Прям вот 175 энергии, это как-то чересчур. Ну что, поехали с тобой стадию
Девятую пройдем на генерала. Надеюсь, у нас получится это. Все как есть оставляем. Сразу приобретаем этаж. Сразу же выставляем шипы. Так, сюда пойдет агент. Потому что, ну, сам видишь, зомби в броне. Их нужно тут сносить. И довольно неплохо у него это получается. А этот у нас остается без брони, и поэтому он такой живучий. Тихо, родной, на-ка. Бумс. Сразу разнесло в хламину его. Кто следующим пойдет? Не вижу пока никого, друзья. Пока никого не вижу. Ага. Агент, разберись-ка, пожалуйста, с этим чудиком. С двумя даже чудиками. Шипы. Вот так я поставлю. Наконец-то я вызвал огнебоя в каком-то веке. Успел, так сказать, да? Не, взрывчатку бесполезно здесь ставить против них. Окей. Ага. Этого попробуем. Вот так вот. Да, урон, конечно, он получил. Но агент против вот этих, это вообще ни о чем, ребят. Давай вот так с тобой поставим шипы. Ой, шипы. Ты понял. Так, огнебойчик заработал. Огнебойчик, давай, наверное, мы поможем ему. О, тут надо было агента влепить. Так, что нам сделать? Придется вот так вот, ребят, ну... Нам нужно проходить на генерала. Поэтому пришлось потратить. С этим-то разберемся, с жирным-то. Так, секунду. Давай спецназовца сюда влепим. Угу. Вот так, шипы. Замедляшку. Леди Баг нашу сюда. Так, и сейчас пойдет последняя, третья волна. Пока вроде бы неплохо. Да, пришлось, ребят, потратить энергию, конечно. Я не знаю, восполняется оно каким-то образом. Магазинов здесь пока никаких не было. И мне кажется, вряд ли оно все это восполняется. Так, что мы с тобой сделаем? Давай, наверное, сюда спецназовца поставим. Шипы сюда поставим. А что такая шустрая-то? Смотри, ребят, даже Леди Баг ее не может замедлить. Бежит как очумелая просто, сломя голову. Ну-ка. А щит сам исчезает, да? По истечению времени или нет? Да, он сам исчезает. Так что, ребята, лучше его так просто не выставлять. Давай. Вот с этими-то. Блин. Ё-моё, тут-то что происходит? Смотри, неужели опять пройдет? Не должны они пройти. Слушай, все, по-моему, хорошо у нас с тобой получается. Остается вот этого только наказать. Эй, ну поднажмите. А, тут мина у нас, так что он не пройдет. Генерал нам здесь обеспечен. Он не пройдет, потому что тут мина. Все, ребята, три этажа. Так, богатый ребенок. Достижение получил. Плюс голда. Ну и значки. Окей. Четвертого уровня, неплохо. Совсем неплохо. Так, что-то мы здесь с тобой. Еще 5000 голды на карман получили. Так, давай-ка мы посмотрим, что мы можем. Вот это вот все объединим. Так. Много у нас вот такой вот ненужной энергии, как говорится, лежит. И вот. Ах, чуть-чуть не хватает, ладно. Сделаем вот так вот. Отлично. Давай зайдем на отряд и поставим. Сюда нам нужно, я думаю, стрельбу, да? Скорость влепить. Скорость. Так, здесь, наверное, уберем урон. Урон уберем и поставим скорость. Потому что он сам по себе очень медленный. Ну, вроде бы как бы все. Меня устраивает вполне, ребята. И... Ага. У нас с тобой нету, да? Значков. Ну что, погнали? Стадия 10. 3 этажа, 7400 у нас награда будет, если что.
Ух ты, вышибала. Мощный агент, стреляющий мощной взрывчаткой, наносящий урон по площади. Обездвиживает зомби на время. Оу-хоу, друзья мои, вот это крутенько. Сразу этажик приобретаем. 250, вы серьезно? Так, это у нас обычные зомби, да, идут? Ага, тут и обычные, и бронированные. Тогда шипы и щит. Вот так вот будем их сейчас пока нахлобучивать. Все, что-то они, по-моему... А, этот наверх побежал. Так, этот наверх. Но этот обычный, его можно, в принципе, под... Сват подставить, да? Под наш спецназ. Неужели он еще выше пойдет, нет? Не пойдешь ты выше? Да не пойдет он никуда. Нет, конечно, какой-то ему выше. Так, 54 энергии, маловато пока. Вот так вот. Окей, взорвали. Я не знаю, здесь может быть еще агента нам влепить. Что скажешь? Давай, наверное, поставим агента. Раз уж бронированный зомби идет. Все. Так, первая волна. Слава богу, пройдена. Блин, ну я хочу вот этого посмотреть, чудик-то. 250 энергии, блин, это офигеть, сколько нам нужно с тобой копить. Очень дорого. Зачем щит поставил раньше времени? Вот скажи мне, а. Он же 8 секунд действует. Его надо ставить, ну, прямо вот в притирочку. Слушай, а может быть у нас получится все-таки накопить? Хотелось бы, конечно, посмотреть. 122 энергии. Так, ладно, терпим. Пока терпим, ребят. Так, здесь у нас... Опа! Бунтарь. Никогда не проходит один и зовет друзей. Призыв зомби. Ты серьезно? Какой еще, блин, призыв зомби? Блин, давай сюда, наверх. Не хватало, чтобы он сейчас... Так и есть. Так и есть, ребят. Вот этого я и боялся. Я подозревал, что он будет что-то делать. Ну давай, ну не хватает чуть-чуть, блин, энергии. 250 нужно. Ой-ой-ой-ой-ой. Бегут, 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 бегут. Смотрим, ребят, вот он. Ох, точно обездвиживает зомби. Смотри. Блин, я не имею права их пока переставлять. Блин, этот бунтарь. Так, шипы. Щит. Ё-моё, да что ж такое-то, а? Ты посмотри. Наверх попёр, а? Ядрить тебя на корень. Ну тут, конечно, что-то меня... По-моему, тут распетрушат сейчас по полной программе. Быстрее, быстрее меняемся. Эть. Твою ж налево. Блин. Я не успею, наверное, да? Да, по-моему, этот голодранец сейчас пробежит. Хух, ничего подобного. Никто, друзья мои, не прошел. Никтошеньки. Ё-моё, офигеть. Забористо, забористо, ничего не могу сказать. Генерала я получил, а? Красиво. Сочно. Так, ну что, улучшаем, наверное, нашу ловушку. Ага, улучшаем, конечно. 9 секунд, друзья мои, 9 секунд. Так, ресурсы. Ага, два значка у нас с тобой есть. И что же можно нам с тобой сделать? Повышает количество начальной энергии. Сделаем. Что у нас по отряду? Кстати, ребята, кто написал в комментариях, где эта игра, почему ее я не могу найти? Ребята, она в Стиме, она продается в Стиме. Так что вы ее так просто не найдете. Так, что я сделал? Снижение времени. А мне нужно снижение цены. Не то я влепил. Мне нужно снижение цены. Так.
Ну и, наверное, урон. Сколько он будет стоить? Вместо 250 он будет стоить 232 энергии. Окей. Я так понимаю, здесь еще будут, да? И вот здесь еще внизу. То есть всяких этих у нас будет здесь предостаточно. Кстати, вот этих вот надо, ребята, снижение цены, мне кажется, прокачать. Но вначале мы с тобой подеремся. У нас стадия 11. 8200 награда, поехали. Ух ты, мгновенно убивает случайных зомби. Хо-хо, прикинь. Тут гаджетов тоже будет еще немало. Ну, как минимум еще 4. Так, а вот что нам сделать? Давай, наверное, вот так вот. Наверное, да, ребят? Так, сразу покупаем. И ждем, ждем, ждем с тобой. Лифт, они теперь будут на лифте. Ох, ничего себе, они будут теперь перемещаться, ты прикинь. Так, давай попробуем с тобой поставить, наверное, вот этого вот амбала. Накопить на него и поставить его. Смотри, что творят. Нет, ребят, не прокатит такое дело. Придется нам бомбить. Так, хочу посмотреть, как этот гаджет работает. Хо-хо-хо-хо-хо. Шикарно работает. Вообще отлично, ребят, мне понравился. Так, бронированный, блин. Что же нам сделать? Нам нужен там агент в обязательном порядке. Блин, агента давай ставить. Расстреливай их, снимай броню им. Блин, только хотел, ребята, ну дорого стоит. Надо прокачивать нам с тобой гаджеты, эти значки на стоимость энергии, чтобы меньше, да, 4-5 уровня и выставлять. Вот это будет идеально. Вот так вот я поставлю, чтобы они из лифта сразу выходили и на шипы, как говорится, попадали. Твою ж налево, а. Ё-моё. Ну тут, естественно, ребят, тут надо выставлять вот этих вот агентов. Ой, зомбариха пошла наверх, да? Зомбариха пошла наверх. Давай я поставлю щит сюда. С ней-то мы справимся, я думаю, да? Здесь внизу тоже вроде бы все под контролем. Так, шипы, шипы, шипы. А? Добили. Это мне не нравится. Агент один не справляется здесь. Два, что ли, ставить агента? Ну, это как-то чересчур, мне кажется. Нет, я лучше, наверное... поставлю арт... Ах ты! Сюда, конечно, сюда. И вот так вот. Будем вжаривать. Будем, блин, вжаривать, ага. Ну, шипы, срочно. Так, она не пройдет. Этот у нас в броне. Слушай, ну шипы броню очень хорошо сносят. Вот что я заметил. Готов. Так, еще один охламон идет. Так, это еще две волны у нас впереди ожидается. Две волны. Один этаж у меня просто пустует. Я не знаю, кого сюда поставить. Бунтарь идет. Ё-моё, бунтаря только нам тут не хватало, а. Так, а если я сделаю вот так вот и вот так? Блин, все равно призывает, а. Давай сделаем вот так вот. Другого варианта все равно пока нету. Оу-оу-оу-оу, они наверху уже вышли. Так, родные мои, давайте-ка сюда. Ну-ка. Отлично. Отлично, перк работает, да? Просто уничтожает зомби всех. Ну, не всех, а случайных. Ну, главное, что сразу же уничтожает их. Так, здесь бронированные идут. Я могу поставить спецназовца. Да. Блин, столько у меня юнитов проседает. Просто-напросто. Леди Баг проседает. Огнеметчик проседает. Командир этот тоже проседает. Очень дорого, потому что стоят они. И хочется купить. Не могу. Не могу себе этого позволить. Так, бегунья, стрекоза, куда собралась? Может быть, все-таки успеем с тобой хотя бы на огнеметчик накопить, а?
О-хо-хо-хо-хо, бунтаришка идет. Что тут за это, за аврал-то такой, эй? Ё-моё. Блин, на каждом этаже должен быть чувак-агент, да? Блин! Ну хватит, 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 давай. Один, он не справляется, ребят, один. Давай так вот агента поставим. Потому что там идут бронявые чуваки. Так, этот не пройдет, не должен он пройти. Да. Вот здесь вот немножко посложнее будет. Щит, так долго. Эх. Хотя, подожди. Все, 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 ребят, по-моему. По-моему, все будет хорошо. Должно быть у нас с тобой хорошо. Просто мы обязаны пройти на отлично с тобой здесь. Щит и шипы. Да, вот это идеальная тактика. Ребят, по-моему, все отлично. Я бы даже сказал, лучше, чем отлично. Смотри, никто не прошел, все минки целые. Вжариваем по полной программе. Ха, новая, что такое новая, ребят? Зомби могут перемещаться между этажами, я это уже понял. Еще раньше, чем это появилась штука. Победа. Конгломерат и металлический бастер. Вот так вот, ребят. Воу, круто. И генерала, конечно же. На меньшее я не согласен был бы. Миссии. Еще 2500. Уничтожьте броню зомби 250 раз. Так, подожди, что-то еще, да? И тут. Получите в общей сложности 75 тысяч золота. Спасибо. Так, гаджеты. Угу. Шанс. А, тут еще шанс, оказывается, есть. Но я, наверное, все-таки лучше шипы. Лучше, ребят, шипы прокачивать. Два значка у нас с тобой есть, и мы можем... Так, а сюда не хватает нам, да? Или хватает? Не хватает. Ха. Сюда тоже нужно три. А сюда же... А, ну да, я могу, могу, ребята. Блин, повышает количество начальной энергии. Ладно, так уж и быть. Ну чё, стадия 12-я. Четыре этажа. Четыре этажа. Стартуем. Сразу покупаем этаж. Так, это у нас обычный, да? Зомби. Я, кстати, вот сейчас поставлю, ребят. Ну давай, энергия, копись быстрее. Блин, они идут вниз, что ли? Они разделяются? Нет, ребят, они не разделяются. А, ждут. Ха. Давай, не подведи меня. Я его хоть улучшил, да? Я его, по-моему, улучшал, ребят. О, смотри, как он наносит урон. Этот парень жесткий, по 164. 132, зашибись. Так, вот с этим-то что делать? Шипы, конечно, шипы. Че же я про них забываю-то вечно? Хе-хе. Так, родной, иди сюда. Там, видишь, бежит кикимора. Так, ждем, 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 друзья мои. А как он броневых уничтожает? Слабо. Броневых он уничтожает слабо. Тут только агентушка нам поможет. Ладно. У нас с тобой только один отряд готов. Ё-моё. Давай шипы влепим. Угу. Так, ну здесь надо хотя бы сват поставить, что ли. Давай, стреляй. Так, здесь шипы. Щит скоро будет у нас готов. Нужно нам ставить артиллериста. Эй-эй-эй-эй! Совсем забыл. Надо и за этим следить, за тем, и за всем. Так, вроде бы хорошо. Нам нужно еще с тобой один этаж запланить. Хотя бы. Или как? Или как нам сделать? Блин, я даже не знаю. Давай вот так, наверное, сделаем. С этим-то справимся? С жиробасом? Да он должен, по идее, его убить, да? Так, чтобы не простаивали. Окей. Шипы. Ну, этот чувак, конечно, классный. Бомбит, ё-моё. Особенно, когда чуваки без брони просто уничтожают их в хламину.
Ну и ценник у него, конечно, соответствующий. Так, ребята, вторая волна прошла, ждем третью. Ой, я это еще кто такой? Полетчик куда угодно. А, полетит куда угодно ради мозгов. Весельчак. Перемещение между этажами. То есть он может сам по себе, что ли, перемещаться между этажами? Да, ну быть такого не может. И причем он в броне. Окей. Так, шипы, шипы, шипы. Опа, смотри. Ты понял, что он делает? Он летает, ё-моё. Ему даже лифт не нужен. Этому весельчаку. Он просто может перелететь между этажами. Зашибись, да? On your command. On your command. Давай. Вот так вот применим. Отлично. Блин, этот весельчак меня что-то напрягает, если честно. Ты правильно, что спустился вниз. Как раз вовремя. Как раз вовремя. Жиробаська завалим? Завалим. Так, отлично. Копим энергию. Хотелось бы еще огнеметчик поставить, если честно. Последняя волна, я понял. Куда бы мне огнеметчик поставить? Может быть сюда? Где у нас спецназовец? Наверное, туда мы его и влепим, да, с тобой? Да, пускай вот здесь вот стоит и жарит их. Пускай они тут горят. Так, а тут-то у меня справится этот в одиночку-то? Не знаю. По идее, должен как бы. Вот тут меня еще немножко напрягает. Ё-моё, что происходит, а? Смотри. Блин, тут, наверное, еще нужен нам кто-нибудь. Кто-нибудь такой, кто быстро стреляет. Давай вот так вот сделаем. Да ладно, вы что, действительно решили пройти, что ли, здесь? Я в это не поверю. Шипы нужны. Так вот. Давай, 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 давай. Ну, толстяка этого хотя бы одного завалите, потому что этот-то... Так вот. Давай, давай, родные мои. Ну, жиробас уже на подходе. Щит, щит нужен. А? Вот так-то. Будешь знать наших, успел я, ребят. Разобрались. Нет, не разобрались, не шиша. Этот все-таки пролетит, да? Вовремя я переставил. Короче, друзья мои, никто не прошел. Да, минку мы с собой потратили, но... Мина ни на что не влияет. Главное, что здоровье полностью. Ой, красота-то какая. А ты посмотри. Генерал. Я все дела. Гаджеты. Так, машина времени, динамит. Галактический удар. Будем копить. Нет, даже мы не то, что будем копить с тобой. Мы... Так, повышает количество произведимой энергии. Повышает количество. Давай. И значки. Пора, пора, ребята, нам прокачивать. Вот это вот все объединим. А теперь вот это вот. 6000, ну и ценник, конечно. Ценники тут кусающие. Так, а нам хватит, интересно? А-а, не хватает. Ладно, давай, отряд. Что нам сделать-то здесь? Так, может быть, поставить снижение времени 10%. Слушай, неплохо. Ну, снижение времени. Слушай, нет, мы с тобой лучше уберем вот это вот. И поставим все-таки, наверное, на скорость и на урон. Вот так вот. Да, и вот так вот лучше сделаем. Вот. Так будет намного эффективнее. Окей. Ну что, друзья мои, стадия 13. Поехали. Так. Солдат Артик. Тренированный солдат с Северного полюса. Временно тормозит зомби. А, тут выбор, да? Ну, я Леди Баг не особо пользуюсь.
Думаю, что солдат Арктик, наверное, будет получше. Наверное. Ну что, в первую очередь, наверное, вот так сделаем с тобой. Этот чувак очень крут, хорош. И нам нужно с тобой еще купить два этажа. Так, надеюсь, он не на верхний поедет. Давай вот здесь улази. Окей. Так, бежит, 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 охламон. Давай сделаем так и вот так вот. Блин, шипы. Тут еще броневик идет. Даже два. Так, тут, естественно, ставим агента сразу же. Давай, агент, стреляй, елки-палки. Отлично. Так, шипы. Блин, еще один этаж надо приобретать. Хочешь или нет, а надо. Иначе мы туда не сможем переместиться. Че стоим-то, давайте перемещать. Ай, блин, и тебя-то тут только не хватало, крикун. Куда вот он сейчас, куда? Вот куда они собрались ехать? Разделяются, наверх. Наверх, ребят, нам надо вот так вот сделать. Лучше так, да. Сюда сделаем таким вот образом. Куда ты, блин? Вот же, я не увидел, что здесь, ребята, есть такой вот, как сказать, лифт, не лифт. Ну, ты понял, да? Так, попробуем, наверное. Ё-моё. Агент вообще один не справится здесь. Конечно, нет, надо помогать ему. Давай, 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 есть сэр, стреляй. Этого нахлобучиваем теперь. Блин, ну тут что-то вообще жестко, тут еще и летающие эти. Ну что, разорваться что ли? Как они это представляют? Что я тут должен сделать? Тут взорвется, короче, мина испортится. Судя по всему, и здесь тоже мину, да, подпортят? Да мало того, что мину подпортят, они... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, как все запущено. Ну, затормози ты, нет. Прошел, вонючка. Блин, 33 этажа, и попробуй тут везде успеть за всеми, а? Твою ж налево. Это уж больно люто. Уж больно, я тебе скажу, тут люто. Неужели пролетит, а? Да, конечно, пролетит. Еще и выше подлетел, а? Ё-моё, а? Ну-ка, активируем, ребят. Отлично. А это что? А, это бронированные. Да, что-то я давненько их не видел. С кастрюлями-то появились тут откуда-то. Не запылились. Но. Есть контакт. Один этаж у меня все-таки простаивает, получается, да? Один этаж простаивает. И это нехорошо, это нехорошо. Давай, 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 заезжай на шипы. Так, сюда надо ставить агента. Потому что в зомби броня выйдут. Так, этих наверх переместим. Ёпарасете. Сюда. Тут все зовет подмогу, а. Бунтарь-то, кричит там. Окей. Так, давай-ка мы, наверное... А вот против этих шипы работают или нет? Я вот что-то не обращал внимания, кстати. По-моему, не... Ой! Да ты смотри, какие жучары, а! Я только туда поставлю, они хоп, а в другое место смываются. Блин, пройдет, что ли? И здесь, ребят, я не смог, а? Ну ты смотри, а! Что творят ироды? Трэш пошел, самый натуральный, посмотри.
Что тут творится? Блин, а у меня еще один этаж простаивает. Просто простаивает. Там не было никого. Ты хорош там наорал, накричал. Тут целую гору, блин, этих зомбарей поназвал. Ой, как тут. Тут, ребята, по-моему, лейтенантом не пахнет. Пойдем на понижение с тобой. До рядового как бы не опуститься, блин. Ну смотри, что происходит, а. Так правильно он тут один, что он тут один сделает? Вообще ничего не сделает. Есть, взорвался. Жестко, жестко. Воу-воу-воу-воу-воу. Пошло, 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 ребят. Я боюсь, как мы тут вообще не сфейлились. Да. Фейл, по-моему. Этот уровень однозначно надо будет переигрывать. Однозначно. Чего-чего, но я не ожидал. Это все бунтари. Вот этого надо было, блин, проверить, что он делает. А у меня не было такой возможности. Что там у меня? Иммобилизированный получил достижение. Главное, что мы получили с тобой деньги, ну и... Значки. Новичок. Новичок. Так, что я тут могу забрать? Ага. Это круто. Торможение стопроцентное, прикинь. Вот интересно, насколько оно долго. О, экипировать. Самое лучшее втыкают. Так, гаджеты. 11 тысяч у меня всего лишь. Блин. Ладно, пока ничего не буду. Ресурсы. Ну чё, повышение количества производимой энергии будем, наверное, с тобой делать, да? И... снижение перезарядки гаджетов. Нет. Перезарядки мины. Слушай, а что, мины опять восстанавливаются, что ли, на место, если их использовать, да? Ну что, ребята, пойдем посмотрим босса на этой стадии. Ух ты. Временно повышает скорость стрельбы бойцов в лифте. Хоу. Так, временно, да? Блин, куда влепить-то ее? А, вот, ребята, мы можем с вами купить. Вот оно. Сколько вот это стоит? 50 тысяч. 50 тысяч. Слушай, давай попробуем, наверное, мы с тобой вот так вот сделать. Старт. Началось. Началось в России утро. А тут лифтов, кстати, нету. Сразу покупаем этаж. Но этот пока один тут справится с этими-то зомбарями. Нам нужно копить энергию. Поставим шипы. Еще один этаж приобретем. Музыка мне нравится. Прикольная. Слушай, он даже броневых неплохо, в принципе, бомбит. Броню с них снимает. Так, давай сюда перемещайся. Нам нужно копить энергию, ребят. Хотелось бы проверить вот этого заморозчика. Солдата с Арктики. Как его прозвали. Блин, классно. Массовая... Вот, проверим. Оу, слушай, ну это неплохо. Он замораживает, смотри, он замедляет. Так, ну, по-моему, нам лучше так вот сделать. Зачем я вот это вот... Ай, ладно. Глупость, конечно, сделал. Если честно. Слушай, а что-то я не вижу этого босса. Босс же должен быть. Или здесь не будет босса, здесь будет... Ой-ой-ой, это что, кто такой? Блин, бунтарь идет. Блин, бунтарь, его бы заморозить и расклепать. Смотри, у него когда мало здоровья становится, он начинает орать. То есть это как бы неизбежно. Ты от этого ничего не сделаешь. Ну да, абсолютно ничего не сделаешь. Так, у нас с тобой, если что, есть повышение атаки. Так, наверное, сделаем с тобой.
О, и внизу пошли халабуды. Ой, еще и летуны эти, а. Так, давай отряд, наверное, сюда перемещайтесь. Так, мы здесь, ну, здесь-то мы, надеюсь, справимся. Я не знаю, вот летающий, ну, начинается у него вот этот вот. А нет, шипы бомбят, кстати. Шипы, друзья мои, бомбят по нему. Так, насколько у нас крут гранатометчик, а? Хорошо, что этот чувак вернулся обратно, да? Летает тут. Понимаешь ли. Ну, тут команда получается неплохая. А если бы вот еще вот здесь был заморозчик у нас, да? С этим командосом вообще бы цены бы не было бы. Внимание, босс, да? Ага. Опять, опять такой же, да? Только уже немножко еще хуже такой весь. В лудырях. Сейчас будет призывать волны. Так, сюда перемещаемся. Он, по-моему, у нас в броне. А, нет, он без брони. Абоминация какая-то. Что? Он их ускоряет, что ли? Он их ускоряет. Он кричит, и они ускоряются. Так, подожди секунду. Я подумаю, вот так вот сделаем. Это будет оптимальненько для нас. Если что, не забывай, у нас есть с тобой скорость стрельбы. Пока я ее... Оу, есть все-таки броня. Значит, я вовремя, ребят, поставил сюда агента. Я начал сомневаться. Броня у него есть, копится. Так, это я пока не буду юзать. Мало ли что, пригодится, да? А вот шипы выставлять лучше побольше. Так, сюда мы поставим с собой вот так, заморозку еще. Воу-воу-воу, тихо. Внизу просто вон идут. Давай так сделаем. Шанс маленький был. Шанс был маленький на уничтожение. А проверим. Подожди, а как это работает? Во. Слушай, ну да. Вжаривают они, будь здоров. Довольно быстро. Правда, мало действует это все дело. Но все-таки. Так, друзья мои, блин, это псы какие-то тут еще. Ё-моё, что будем делать? Так, этого заморозили. Внизу, конечно, очень ускоряет. Так, надо помогать мне вот этому нашему внизу артиллеристу. Он один не справляется здесь. Верхний этаж, блин, верхний этаж вообще пустует. Давай, ребят, перемещайтесь сюда. Юж налево. Так, сколько у нас денег? Маловато, да? Маловато будет. Так, что нам сделать? Ага, понял, здесь нету агента. А он тут необходим. Шипы. Так, вверху. Вверху вроде бы справляемся, да? Ну куда ты вот, псина, бежишь, а? А ты куда разогналась? Давай. Родные, ну не позволяйте ей пройти. Есть, фух. Так, скорость стрельбы у нас откатилась. Блин, что тут-то так плохо, а? Нет, что сделать-то здесь? Вот так вот поставим агента. Блин. Давай сделаем так. Завалить бы его, этого босяру, а. Ядре не фени, было бы все отлично. Ну этого-то уничтожили. Так, у нас есть с тобой перчатка этого Таноса, ё-моё. Ну, жмем. Какая-то получилась. Ну, боссу остался тут, блин, разок плюнуть и все, и ну, отдуплиться. Чего делать-то? Давай так, наверное, поставим с тобой. И вот так. Есть! Абоминацию мы, ребята, подбили с вами. Ух.
Зомбобастер 2 и Капитан. Ну, то-то и оно, друзья мои. То-то и оно. Отлично, нифига себе. Значок 5 уровня. Силы обороны подозревают, что некоторые продукты, производственные на этой фабрике, были инфицированы зомби-вирусом. Обезопасьте и нейтрализуйте эту зону. Вот так вот. 5000 голды в кармашек, хоп себе. И значок. Так, ресурсы, ребята. Улучшаем квантовый реактор. И здесь я хочу прокачать. 6 секунд, да? Было 5,5. Не знаю, наверное, я шипы. Или все-таки приток адреналина. 7 секунд, да? И вот так вот. И вот так вот. 19% шанс подбить кого-нибудь. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этом сегодня мы закончим. Обязательно увидимся в следующей серии. Пройдем, кстати, с вами обязательно вот эту вот стадию, миссию. Ну что это такое, новичок? Какой я вам новичок, ё-моё. Новичок, а нашли тоже мне. Обязательно пройдем на генерала. Ну и, конечно же, будем с тобой зачищать фабрику от, как говорится, зомбарей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.